Популяция чупакабры, похоже, добралась и до Мелеузовского района. По словам одного из пользователей соцсети, целая кроличья ферма оказалась разорена неизвестным зверем. Все клетки были разворошены, а деревянные перекрытия изгрызаны. В комментариях к фотографиям уже неоднозначные мнения. Многие склонны считать, что в преступлении угадывается характерный почерк чупакабры. Проще поверить чупакабру, чем в то, что это обычный зверь. Все, что написано в интернете про чупакабру, это фантазии неких исследователей. Реальных доказательств нет. Чупакабра есть, я ее видел. Дрался с ней 3 дня, пока не понял, что можно убить ее только глазом орла.